Посадка закончена. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 11-го автобусного парка. Автобус следует по маршруту номер 270 до конечной остановки микрорайон Бусиново. На нашем маршруте работает автоматизированная система АСКП. При входе в автобус не задерживайтесь на передней площадке. Проходите через турникет в середину салона. Не создавайте неудобств. Для выхода необходимо подать сигнал водителю кнопкой звонка. Следующая остановка – Ангарская улица, дом 6. Ангарская улица, дом 6. Следующая остановка – Весенняя улица. Весенняя улица. Следующая остановка – микрорайон Западная Дегунина. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с детьми, беременным женщинам, инвалидам и людям старшего возраста. Во избежание травм во время движения держитесь за поручни. В салоне автобуса поддерживайте чистоту и порядок. Микрорайон Западная Дегунина. Следующая остановка – Ангарская улица. Ангарская улица. Следующая остановка – Коровинское шоссе. При выходе из салона автобуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, немедленно сообщите водителю.
Коровинское шоссе. Следующая остановка – плодоовощная база. Плодоовощная база. Следующая остановка – Ижорская улица. Уважаемые пассажиры, для предотвращения случаев вандализма и других противоправных действий в салоне автобуса ведется видеонаблюдение. Ну что за безобразие? Нельзя нормально ехать. Где права покупала? Угробить меня хочет? Ижорская улица. Следующая остановка – рыбокомбинат. Рыбокомбинат. Следующая остановка – Ижорская улица, дом 6. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что во время работы кондиционера для поддержания комфортных условий в салоне автобуса все форточки и люки должны быть закрыты. Ижорская улица, дом 6. Следующая остановка – школа.
школа. Следующая остановка – улица Бусиновская горка. Улица Бусиновская горка. Следующая остановка – Краснополянская улица. Уважаемые пассажиры, во избежание получения травм держитесь за поручни. Краснополянская улица. Следующая остановка – улица маршала Федоренко. Улица маршала Федоренко. Следующая остановка – улица маршала Федоренко, дом 15. Уважаемые пассажиры, автобус оборудован для перевозки пассажиров, передвигающихся в инвалидных креслах-колясках. Посадка и высадка данных пассажиров производится через среднюю дверь автобуса. Будьте внимательны, не занимайте специально отведенные места колясок, расположенные напротив средней двери. Улица маршала Федоренко, дом 15. Следующая остановка – универсам. Универсам. Следующая остановка – улица маршала Федоренко, дом 2. Уважаемые пассажиры, на маршрутах городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. При выявлении случаев неправомерного использования персонифицированных льготных карт, карта подлежит изъятию. Нарушитель подвергается административному штрафу в размере 2500 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Улица маршала Федоренко, дом 2. Следующая остановка – микрорайон Бусиново. Конечная. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, следите за сохранностью своих вещей и документов, не оставляйте их без присмотра. Автобус прибыл на конечную остановку, микрорайон Бусиново. Посадка закончена, осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив 11-го автобусного парка.